Жду, пока вскипятится еще кипяточка. Смотрите, вот масштабность событий. Ну, пока на мой вкус самый реально вкусный вот этот вот Якобс Милт из обычного кофе. Он больше всего похож на обычный домашний кофе. Самый и при этом сладкий и сливочный. То есть прям такой молочный, нормальный кофе. Из классиков самый вкусный тоже обычный Якобс. Остальные либо горчат, либо совсем вода водой, ну как Нескафе, например, да, либо какой-то слишком сладкий, вот Маккофе слишком сладкий, Golden Eagle такой, ну посередине, малайзийский все-таки как-никак. Вот эти вообще нет смысла покупать, то есть они ничем не отличаются от обычных, классических. Ну Maxwell House, по-моему, на последнем месте, пока побеждает вот Якобс Милт. Посмотрим, что будет дальше.